Я пришла к Вале в имение. Вот арка. Я сейчас только зашла в ворота. В общий двор 19 века. Там кто-то из соседей на меня уже смотрит. Валь, ты знаешь, что видео, которое мы с тобой на базар ходили? Видео, которое мы с тобой на татар-базар ходили, побило все рекорды. Ты у меня звезда, Валь. Подожди, я сейчас еще сниму немножко двор. Здравствуйте. Сниму немножко Астраханский центр. Центр города Астрахани. Бывшая гостиница. В 19 веке это была гостиница. Тут были конюшни для постояльцев. Вон Валя моя. Купчиха Валя. Ты купчиха или ты хозяйка гостиницы? Или ты уже не хозяйка? Я не хозяйка, да. Да ты что? Это мы в чужую собственность торгаемся. Вот тут была веранда, но она и есть веранда. Да, ну, Валь, я тоже сделаю этот. Вот тут вот как в Одессе. На роликах белье вешается. В Астрахани всю жизнь так было. Да. Нечего там нам Одессой в морду тыкать. В Астрахани так было всегда. Вот такой вот. Общий коридор. Это закрывать. Валя, вот эту дверь закрывать? Закроем. Вот квартира номер 8. С сегодняшнего дня эта квартира Валентин Степановне больше не принадлежит. Она ее продала. Валь, как ты могла? Ты вечно мои любимые квартиры продаешь. Присыпь мне свой на рану. Валя, можно я немножко сниму ее последний раз, твою квартиру? Вот, это я сюда в гости приходила и считала для себя это привилегией быть здесь в гостях. Всегда говорила, у меня подруга живет окнами на Кремль. Вот так вот, это кухонька. Вот, это вот Валентин Степан. Вот окна на Кремль. Сейчас показываю вам последний раз. Вот. Вот окна на Кремль. Ну все, друзья, тут Валя не одна, поэтому на этом мы прощаемся. На этой прекрасной ноте. Это улица Никитинская, самая клевая улица Астрахани. Это дом быта Кристалл. Вот. Ну все, до свиданицы. Смотрите еще раз, потолки высокие. Комната в трех, ну, две спальни, одна вот эта вот гостиная, кухонка, большая веранда. Ой. Скажи свои, снимаю, скажи свои эмоции. Какие эмоции, одни слезы. Валь. Ну, давай так договоримся. Это новая страничка в наших жизнях. Да. У и нас у всех... новую жизнь. Да, у нас у всех ура! Новая жизнь. Ура, не ура, а жизнь новая. С чистого да. листа новая страница. Перелистнули наш дайри. Это Мурочка. Мурочка, ты знаешь, что тебя продали? А? Предали. Продали и предали. Ты знаешь это? А? Мурочка, ты чего меня нюхаешь? Ты какая красивая, Мурочка. Ты такая красивая. Ты породистая, а? Ты породистая, Мурочка. Ну-ка, покажи глазочки свои. О, какие глазочки у тебя. Ой, какие глазочки. У тебя глазочки-алмазочки. Друзья, я сижу, и Валечка мне дает чаечек. Вот чья-то крыша. Буду. Зеленый с молоком пьют? Ну, пьют калмыцкий как раз зеленый с молоком. Фермерская?
Я снимаю видео о последнем, предпоследнем квартире наших родителей. Вот я на втором этаже сейчас поднялась вот по этой лестнице. Лестница довольно-таки крутая. А папа последние 2 года из дома не выходил. Вот эта веранда. На веранде 4 квартиры. За те годы, что мы здесь жили, мы переехали сюда в 6-м году. Я сюда переехала с Петром и Павлом в 6-м году. Когда родители отвезли Ветлянку, перевезли. Мы, конечно, здесь немножечко переоборудовали. Мы здесь утеплили вот этот... часть веранды мы утеплили. Утеплились, поставили окна вот эти, 2 окошка. Вот. Вот такой длинный коридор. Здесь, вот в этой комнате, у меня Петр с Ниной сделали ремонт. Здесь была комната мамы. Здесь была комната мамы. Направо кухня. Ну, как говорила мама, кухни нет. Здесь и кухня, здесь и душевая. Ну, как душевая, как дом. Душевая. Мы поставили новый котел. Двухконтурный стоял. Ой, это вот такое блюдо нам подали. Называется лосось. Только такое только у вас только не можно увидеть. Такого я действительно нигде не видела. Это наша фишка. Я тоже не видела. Валька. Это вот это кто? Ты мне пришлёшь. Вот это кто? Это бычок, что ли? Бычара. Мне даже немножко неудобно. Почему? Это нормально. Наша фишка. Есть такие рестораны, которые уделяют внимание. Мы в том числе. Это есть у них такая фишка называется. Ресторан, где только поесть, то еще получить положительные эмоции. Ну ладно, получили. Спасибо. Спасибо. Тут трудно поспорить. Улыбнула. Вспоминать нужно всегда с улыбкой. Вспоминать там приятно. Да, чтобы было хорошего. Валь, надо нам с тобой делиться. Я тебе сейчас скину стейк. Это вот молодой бычок. И почему-то у него тут везде из ноздрей, из головы. И вот у моего почему-то мне не поставили этого, как его, зубцы. Интересно. Это еще и рыбочка. Ой, с ума сойти. А это мясо? А это щечки. А, щечки. Щечка телячья. Ой, кошмар какой-то. Оля, ну, такой ресторан. Интересно.